Более 200 предложений по поправкам в закон о СМИ поступило в Министерство информации и коммуникации за 2 недели. Такие данные во время заседания рабочей группы привел глава ведомства Даурен Абаев. Министр подчеркнул, что в ведомстве поддержали сразу несколько инициатив. Отмечу, предыдущее заседание прошло 2 ноября, во время которого и было предложено представить свои предложения и замечания. Состав рабочей группы разделили по 2 направлениям. Отдельно по информации, отдельно по связи и коммуникации. Первую профильную группу возглавил вице-министр Алан Ажибаев, вторую – его коллега Сакен Сарсенов. Прежде всего, позвольте поблагодарить за вашу высокую активность и интерес к вопросам развития этих отраслей. За последние 2 недели получено более 200 поправок, причем 10% из них – это предложения с новыми нормами. Это прежде всего говорит об эффективности политики открытости и транспарентности при разработке закона. Все ваши предложения тщательно рассмотрены, обсуждены и включены в сравнительную таблицу. Среди предложений, которые поддержало ведомство, запрет на распространение персональных данных несовершеннолетних нарушителей, кроме тех, кто совершил тяжкие и особо тяжкие преступления. Еще одно предложение касается запросов журналистов. Им планируется разрешить подписывать письменные запросы в организацию, в которой он аккредитован. Глава ведомства назвал и несколько спорных норм. К ним относятся порядок предоставления информации по запросам СМИ, обязанности журналиста на проверку достоверности данных, а также перечень оснований, по которым журналисты СМИ освобождаются от ответственности.